Всем привет! Продолжаем путешествовать по Петербургу, по Васильевскому острову, выставочный комплекс Ирарта. Вот здесь была выставка Николая Сажина. Николай Сажин родился в 1948 году в Троицке, потом переехал в Выборг, учился в художественном училище за 7-6 лет в Петербургской академии художеств. Как сказано в анонсе, благодаря независимому взгляду на условности академической системы, ему удалось сохранить свежее восприятие мира, самостоятельность в выборе ориентиров, отыскать свой собственный язык и узнаваемый стиль. Действительно, стиль узнаваем, интересная работа. Сажин признается, что тема его творчества, ну, они неизменны. Это всегда тема любви и смерти, эроса и танатоса, в их взаимопроникновении и трансформации. Вот такие причудливые формы, некие двухсмысленные символы, пограничные состояния, игры со смыслами и формой создают особый художественный стиль Николая Сажина. Вот такая выставка, посмотрите работы для того, чтобы, как говорится, быть в теме. Ну все, всем привет, всего хорошего, до свидания, приходите в Ирарту. До свидания.